Здравствуйте, меня зовут Юлия Лятавская, я владелица бренда одежды Nanogy. Я хочу от всей души поблагодарить компанию Amelitius за создание бренда Nanogy и моего личного бренда в том числе. Спасибо за такое крутое название и за логотип. Спасибо за вывод моего бренда на международную арену. Для меня это безумно важно, ведь когда у меня возникла идея создать бренд одежды, я мечтала работать не только в Украине. И сегодня, благодаря команде Amelitius, моя мечта сбылась. Наряды от Nanogy выгуливают селебрити на красных дорожках Каннского и других фестивалей. Модель в костюме Nanogy позировала для обложки одного из самых крутых международных фэшн-изданий – журнал Elle. А самая крутая, просто вау-коллаборация для нас – это свежий выпуск журнала Harper Bazaar. Обложку украшает героиня в платье моего бренда, а украшение к платью предоставил Шопард, и колье на минуточку стоит 3 миллиона евро. Я безумно благодарна команде Amelitius за этот проект. Уверена, у нас еще много крутого впереди.